не обминули и представников эдукации лепших у сферы. Узнагородили юбилейными значками до годовины вызволения города Гомеля от нябецко-фашистских захопников. Особливо была закранута электоральная кампания. Владимир Привалов нагадал об важности выборов, которые вызначают вектор громадско-политичного життя Беларуси на ближайшие годы. Радует то, что в Гомеле нет безальтернативных округов. На каждом округе зарегистрированы два и более кандидата. А это возможность для избирателей сделать выбор в пользу более достойного кандидата. Беларусь сохранила лучшее из советского опыта, что в свою очередь позитивно повлияло на успехи в разных отраслях экономики, как всей страны, так и в нашем городе. Падчас сустрэчы падрабязна абмеркавалі першачарговыя мэты, якія сёння стаяць перад кіраўніцтвам і выкладчыкамі ВНУ. Актыўная падтрымка маладых, дапамога таленавітым і адаронным студэнтам, супрацоўніцтва ўніверсітэтаў з прамысловымі прадпрыемствамі горада і падрыхтоўка спецыялістаў.